Мы проводим турнир по ловле рыбы на поплавочную удочку, который символично назвали, и надеемся, что это название было традиционным, «Весна в городе». Порыли что сегодня? Клейка клевала в основном, клейка крупная. Кто-то из ребят подлещиков ловил, но они одиночные, так сказать, и я на них не стал делать ставку, чтобы
сейчас сидеть из одной рыбы, ну, мне больше интересно, когда одна за одной ловится. Выражаем слова искренней благодарности всем, кто помогает нам, кто поддерживает наши идеи и новые проекты.